Везер книги подарили. Нынче не успели Скандинавию обойти. Еще думаю, сейчас Азербайджан, Армения, Грузия, через Чечню вернуться. Ой, сколько же вы везли их? Столько одарить всех. Да это нельзя. Я 50 лет готовил материал. Потом книги, вот в конце вы увидите, набор делал сам и версткой занимался сам. Это Господь одарил, просто дал, и я даром отдаю без лукавства. Ну и мы сами можем их оценивать, да? Да. Потому что мы-то все это в инвентаре запишем. Вот где зайдете когда, и вот когда зайдете на наш сайт, вот он указанный, то вверху будет написано православный форум, Игнатий форум. В него только ткните, и 1440 тем. Вот. А нас, если запустите YouTube, такая система есть. Да. YouTube канал Игнатия Лапкина. 971 ролик большие о нас. Это занятия с детьми, в тюрьме, в университетах, в дороге. Как возродить эту жизнь во Христе? Только с Богом. Когда Дух Святой руководит человеком, тогда ты вот эту жизнь считаешь очень маленькой временной. Что Христос на самом крови. Люди понимают так, я верующий, сейчас я учу только молиться, учу и молиться. Но главное, как жить во Христе. Нас ожидают мусульмане, а мы говорим на полном серьезе, и врагов нету. Почему? Христос, жизнь, свет, истинный путь. И где бы мы ни были, когда люди понимают это дело, вчера мы были Алушта или как-то. Да, она директор, просто такие люди встречаются, как вот в Киеве, там, Валентина Дмитриевна. Выйдет, они готовы, может, я там поцелую вас. И вообще, это живут люди, там, для нас подарок, это праздник для библиотеки. Люди спрашивают, столько положили, полвека, я делал набор, больше 30 тысяч часов потратил. Зачем это вам нужно? Ответ один. Мой народ, моя страна в грозной опасности. И поэтому я даю все, что мне дал Бог открыть. Извините, пожалуйста, вот это наша заведующая, Тамара Адольфовна. Заведующая отделом, не библиотеки, а отделом. Так, ну ладно. И вот на это еще подписывайте. Еще эту. Да. Ну, и хотя бы это рядом. Это новое занятие уже не прикасается. Вот это в личной библиотеке у Путина видели, да, стоит, да, да. Лукашенко. Да, у нас будет, понятно, у нас хранилище только, конечно. Татьяна, это вот такой документ на закон? Да, это для нас остается. Для нас? Угу. Ну, я не знаю. Ты его заполнил, все это. Тот заполнила, Вера. А, хорошо. И отдали его. А, отдали, уже расписались, да? Да. Вот он лежит. Или вот там где-то. Это ваш. Это нам. Такой же, идентичный, только Вера заполнила. А, в библиотеку расписаться и расшифровать фамилию. Больше ничего нет. Все. Спасибо большое. Всем благословения, чтобы...